Хей, смотрите, что есть. Так, хлоп, бендер. И Максис. Еще Максис. Во, ща поставим. Вам нифига не видно. Ну ладно. Мы же решили попросить Соня. Короче. Оп. Оп. Мы сегодня сделаем это. Мы их поставим. Ну что, мы в этот раз поставим колески в правильном этом какого ротейшене. Вот, проверим, к чему это приведет. Будет ли какой-то профит. Ну вы понимаете, да, что чтобы сравнить, придется их потом поставить в неправильном ротейшене и сделать выводы. Ой. Все, скоро начнется. На Xiaomi сверху что-нибудь мигает. А тут нужно только как-то сбоку смотреть, но это. Может быть, камеры Sony сделаны для тренировки шеи. Как он там стоит? Вот так. И ротейшн вот такой. Сейчас сообразим. Где там надпись-то? Макс внизу, надпись наверху. А, тут есть еще какой-то наркоманский стедишот. Он якобы, короче, убирает эти вибрации, но при этом картинка получается при движении какая-то неживая. Не очень мне понравилось, поэтому он выключен. Так. Все правильно? Да, вроде все верно. Блин, как-то не клеится. Надо, чтобы надпись была. Ну, короче, мы вот так это ставить. Вот это аж на этом. На пипке. Ну давай. Не давай еще. Так, чуть поровнее. Да, все круто. Ну тут вроде бы. Вот так. Вы уже видите? О, она прям руками ставится, ничего себе. Ну-ка. Та-да! По-моему, это волшебно. Мы сейчас накачаем, будет вообще кайф. Ну, первым делом нужно чуть-чуть так размять, и тогда он легко слезет. Слезет без проблем. Кстати, по-моему, эти скинволы, они с обычным
Как называется? Ну, короче, не кевларовые, а обычные. Сейчас сравним. Да, вот, видите? Вот это типа кевлар, вот он прям скручивается, типа как хочешь. А вот это обычные проводочки. Видите, они как бы... Ну, это как бы меньше уже не сложишь. И... Я бы не сказал, что прям огромная разница в весе есть. Это лучше, наверное, как-то на сайте посмотреть. Так, где надпись? DTH. Это низ, причем другой. Вот так он должен стоять. Да, точно. Так, переворачиваем. И дырка на DTH. Да, то есть вот так ставим. Вытрясем грязь. Ну, основную, конечно. Ну, давай же вставай, мой ебаный. Sony по углам картинку режет, то есть у нее прям вот это с закруглениями получается кадр, когда поворачиваешь, да, то есть, ну, вот так, когда делаешь, да, смотрите, что происходит по углам кадра. То есть по центру у нас более-менее ровная картинка, а по углам она как рыбий глаз, как глазок в двери. Не знаю, насколько это будет круто. В общем, хочу посмотреть. Для этого и снимаю на нее. Вообще, несмотря на то, что камера достаточно далеко от груди, или если вы девочка, от грудей, то влезает в нее достаточно много. Ну, угол достаточно большой. Такс. Что нам тут желают по давлению? Давление хочет 35-65 пси, 2,4, 4,5 атмосферы. Короче, 3 будем качать, 3,5. Посмотрим, как получится. Уверен, что будет очень круто. Мы с вами двигаем к тачке и сейчас накачаем наши Maxxis DTH Skinwall. Прикольно, что запись включаешь. Ну, то есть не то, что запись включаешь, а в принципе камеру включаешь, и у тебя сразу идет запись. Еще удобно вот эта крутилка в нагрудном креплении, потому что можно выставить угол красиво. Не, спортсмен. В общем, идея в том, чтобы помассировать немного.
покрышечка, она проводится. Ну что, вы готовы узреть эту картину? Та-да! По-моему, круто выглядят. Они такие пухленькие. Сейчас. Окей. Эш, надо, чтобы ровненько встало все. Та-да! По-моему, круто. Вот на память. Ну что? Поедем, найдем какое-нибудь место для съемки веселенькое. Так, тачку мы с вами вроде как закрыли. Да, закрыто. Секс вообще! Да, 2.15, мне кажется, выглядел бы совсем как детские колесики. Да, удобно, когда можно повернуть камеру вот в этой плоскости. Но когда едешь, выглядит нормально, но так, не то чтобы прям вау. Сейчас посмотрим сбоку. Тут в парке одни бухарики. Ну давай сейчас где-нибудь тут забацаем фоточки.